Святой Иоанн жил в 8 веке. С юных лет отличался он подвижничеством, целомудрием и милосердием, потому и удостоился поставления во епископа Полеводского. Получив высшее управление и попечение о людях, святитель Иоанн еще более усилил подвиги свои, к прежним трудам присоединяя новые труды. В то время император Лев Исаврянин, недостойно занявший царский престол, учинил гонения на святые иконы. Святой Отец сильно и ревностно обличал царя за нечестие и своим исповеданием веры сохранил паству от ереси иконоборчества. Однажды огоряне осадили город Амарию, но с помощью Божией враги были отражены. Все же христиане, попавшие тогда в плен к неприятелю, получили свободу попечениями епископа Иоанна. С тех пор и по сей день тело сего мужа святого сохраняется нетленным, а молитвами преподобного совершается множество чудес, особенно исцелений бесноватых и недужных.